Здравствуйте, я ефрейтор Брусмыцкий, и сегодня я расскажу вам, что такое войсковое товарищество. Многие думают, что это взаимовыручка и помощь в сложную минуту. Я полностью с этим согласен. Но немногие придают этому значение, и сейчас я покажу вам несколько примеров. Когда военнослужащий докладывает о полученном замечании, не все правильно на это реагируют. Товарищ ефрейтор, можно зайти? Ты что, дебил? Упор лёжа. Нужно помнить, что каждый из нас был на их месте, и не все получается с первого раза. Не нужно ругаться на товарища, нужно показать ему, как правильно делать. Товарищ командир, кого разрешите войти в артиллерию? Именно с проблемами такого характера чаще всего приходится сталкиваться в повседневной жизнедеятельности. Сейчас мы тебе твои кудри повырываем. Унижение чести и достоинства является ничем иным, как оскорблением, и может повлечь за собой уголовную или административную ответственность. Необходимо помочь товарищу устранить замеченные недостатки. Не нужно забывать, что помогая товарищу сегодня, он поможет тебе завтра.